Головинка, Волковка, Якорная щель, Сергей Поле. Глава города побывал практически в каждом населенном пункте и обошел все образовательные учреждения самого большого района курорта. Как и прежде, повышенное внимание к работе охраны и системе видеонаблюдения. Камеры должны охватывать весь периметр школьных дворов. Те же требования и к детсадам. Директорам же мэр напоминает, вся ответственность за антитеррористическую безопасность на них. Что касается ремонтных работ, то они завершены. Миллионы рублей, выделенные шефами и муниципалитетом, освоены в указанные сроки. Осталось покрасить пару кабинетов и помыть. Конечно, успеем. Все сделается. Все в рабочем режиме, все по графику. Фасад в прошлом году сделали, леса стоят, заканчиваем ливневки делать. Спасибо, мы очень благодарны. Весь родительский состав, вообще весь поселок Якорная щель говорит большое спасибо. В большинстве школ Лазаревского района проведен именно капитальный ремонт. К слову, впервые. Самые масштабные работы были запланированы в школе поселка Головинка. Эта школа в Головинке давно уже нуждалась в капитальном ремонте. И мы правильно приняли решение, выделили достаточное количество денег. И сегодня вы видите, что школа совсем преобразится. И мы уверены в том, что для деток Головинки это будет действительно не только школа, это будет и культурный центр. Надо отдать должное, что все директора школ очень ответственно отнеслись к ремонту, к подготовке к новому учебному году. Но мы видим, например, что школу в Лао на следующий год нужно тоже, как и школу в Головинке в этом году, также ставить на капитальный ремонт, потому что школы старые, и они могут быть новыми. Вот видите, это еще раз пример того, что можно хорошо отремонтировать, и, по сути дела, в новый храм науки пойдут дети. Строятся в Лазаревке и пристройки к школам. Одна из них, к 82-й на 400 мест, откроет свои двери ученикам начальной школы 1 сентября будущего года. Сделайте так, чтобы школьному процессу, учебному процессу не мешать. Потому что что нужно сейчас вот еще до 1 сентября сделать? Канализацию там? Канализацию закончиваем. Воду, я не знаю, ну все сети, которые, чтобы не мешали, чтобы потом не рылись там. Хорошо? Ну что, вам удачи. Количество школьников продолжает расти. В этом году одних первоклассников ожидается порядка 8 тысяч. И школы Лазаревского района востребованы не меньше, чем центрального. Но вопрос с нехваткой мест за партами частично решится уже в этом учебном году. 1 сентября первый звонок прозвенит во вновь построенной школе в поселке Совет-Кваджи. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.